Жена не может забеременеть, развестись? Нет, Иван, не разводиться. Значит, забеременеть не могла, например, жена Захарии, который потом стал отцом Иоанна Предтечи. Его жена Елизавета не могла забеременеть. И если бы вот действовать в духе вашего вопроса, как бы так, ну не рожает, как бы не может забеременеть, как бы, ну и в баню ее на другой женюсь. Значит, он жил с ней, продолжал с ней жить, они состарились, но родили сына, там, потому что надо было им заслужить эту такую особенную милость. Сына звали как вас, Иоанн, то есть Божия благодать, Йоханан. И Иоаким и Анна, как мы знаем из предания церковного, из протоевангелия Якова, не могли тоже забеременеть. И Авраам и Сара не могли забеременеть. И Авраам, что ему, бросать свою Сару, что ли, нет? Но Господь ему говорил, слушайся Сару, жену твою, и в Саре будет тебе семя. Значит, поэтому брак без детей не менее ценен, чем брак с детьми. Вот латинское богословие и вообще юриспруденция римская считается, значит, в них считают, что супружество без детей – это день без солнца. «Конъюгиум сине проле эст квази диас сине соле». Есть такая пословица римская, то есть брак без детей – это день без солнца. Поэтому у них считается, что нет детей, женись на другой. Но это не библейский взгляд. По Библии, по страху Божьему, по закону Божьему – надо любить эту женщину. Ты же женился, ты взял ее. Ты взял ее за себя. И ты овладел ею, живешь с нею. И она жена твоя. И вы делите ложе, кровь, стол. У вас все общее. Хлеб, деньги, крыша, кровать. Но Бог не дает вам детей. И вы там, наверное, проверились, как бы, и, может быть, не будет их у нее. Ну, может быть, ну, мало ли. Ну, бывает же такое. Вот. Но она жена твоя. И нужно эту горечь бездетности разделить вместе с ней. А дальше надо ни в коем случае не упражняться в сторону суррогатного материнства. Храни Бог, ни в коем случае. Выбрать бабу какую-то, заплатить ей денег, например, там, потом смастурбировать семя, значит, в пробирку там, и дать это семя каким-то докторам. Как бы. Это вообще порнография от А до Я. Это вообще это страшное... Страшное противление Божьим законам. Это плевок в небо. Это наглость. Это смертный грех вообще. Это кошмар. Этим заниматься нельзя. Выбирать кого-нибудь себе, чтобы от твоего семени там кто-то носил твоего ребенка. Потом типа она родила, и типа вы его взяли, и вот типа радуемся. Это ложь. Это ложь от А до Я. Надо взять на воспитание кем-то брошенных детей. Одного, двух, трех, сколько хотите. Если вы точно знаете, что вы не забеременеете. И нужно нести вместе с женой горечь ее бездетности. Это ваш общий крест. Если тебе пояс ногу отрежет, она, как верная жена, будет с тобой вместе жить с одноногим. И она будет нести с тобой крест твоей одноногости. Если тебе на стройке глаз выбьет арматурой, она будет жить с тобой одноглазым, потому что она вышла за тебя и будет жить с тобой. Женщины в этом смысле часто бывают вернее мужчин. А мужчины проверяются болезнью женщин. Женщины проверяются бедностью мужа. Недавно мне такую гифку прислали, такое, типа там правила жизни, такие всякие проверочки такие. Вот. Чем проверяется женщина? Бедностью мужа. Если баба бросает бедного мужа и убегает там кому-нибудь, то пороскошнее живет, как бы, то это дрянь, а не баба. Это как бы это некий вид проституции, как бы, ну, завуалированный под желание лучшей жизни. А мужчина проверяется болезнью женщины. Вот больна женщина, если мужик бегает по другим бабам, потому что жена не может его, так сказать, утешить, как супруга. Или что-то еще там, нет детей, например. Ну, то же самое, как бы, значит, да ну ее в баню, как бы, пошел по другим. Значит, это значит, ты гнилой человек. Только это и означает, что гнилой Ваня человек. Поэтому я не думаю, что ты гнилой человек. Ты нормальный человек. Просто ты живешь в этом собачьем мире, как бы, в котором грех стал нормой. Сблудить да легко.
Уйти, да пожалуйста. На другой жениться. Фу, хоть сегодня. Бросить эту, третий раз жениться. Да ты же, а что, трудно, что ли? Это все можно делать всю жизнь, до страшного суда. Потом только будет очень плохо. Очень плохо будет на страшном суде. Боже, сохрани. Поэтому нужно нести со своей бедной супругой ваш общий крест бездетности. И ни в коем случае не упражняться в части суррогатного материнства, ибо это смертный грех для всех участников. Аминь. И надо обязательно взять кого-то на воспитание по обоюдному согласию. Если ты хочешь, она хочет, и вы себе подобрали там какое-нибудь брошенное дитё. Кого хотите, хоть негритёнка возьмите. Вдруг вам понравится какой-то арабчонок какой-нибудь, и негритёнок брошенный. Есть же такие тоже. Вот. И там, да, ну и беленького нашего, там, больного или здорового. Какого хотите, девочку, мальчика, там, на вас похоже, на вас не похоже. Это дети, они все хорошие. Вот. И кто возьмет ребенка во имя мое, говорит Господь, тот меня возьмет. Поэтому вы возьмете себе домой ребенка во имя Господа. Все, и будете дальше жить. Надо любить свою жену, как Авраам любил Сару бесплодную, как Яков любил Рахиль бесплодную, как Захария любил Елизавету бесплодную, как Иоаким любил Анну бесплодную. Надо любить свою жену. Это не мешок с детьми. Женщину надо любить не за то, что она варит и рожает, а надо любить ее, потому что это твоя жена. И ни в коем случае не бросать ее из-за того, что она не может родить. Пока не может. Сказано достаточно, пусть никто не обижается. Потому что сказано правда. Христос свидетель.